Два региона УФО вошли в число лучших в России по эффективности работы в сфере обращения с отходами. По итогам зеленого рейтинга в топ-10 попали Челябинская и Тюменская области, а также в лидерах Москва, Московская, Тамбовская, Тульская, Саратовская, Мурманская области и Чувашская республика. А такой конкурс правительство совместно с российским экологическим оператором проводит второй год. В целом, с начала реформы в стране построено 192 объекта. Благодаря этому в год перерабатывается почти 5,5 миллионов тонн отходов, а сортируется чуть больше 19. Формат государственно-частного партнерства в ближайшие годы позволит реконструировать 65 заводов в 31 регионе страны.